Библейский портал экзегет.ру представляет. Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами протоиерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 4 главу послания апостола Павла к римлянам. Главная тема всего послания – оправдание. Оправдание как спасение. И это спасение совершается не по заслугам, не исполняя предписания закона, но исполняется оно по благодати. Это всегда свободный дар Бога. И оно совершается в отношении тех, кто отвечает на этот дар с верой, то есть принимает его. Вера для апостола Павла есть не что иное, как принятие того дара, который Бог готовит человеку. И через это совершается оправдание. И это никогда не бывает какой-то заслуженный дар. Но вера – это то, что позволяет нам его принять. Соответственно, неверие – это то, что закрывает сердце человека перед благодатью Бога. И самое сложное на пути тех, кто пытается понять мысли апостола Павла, нужно понимать слова, которые он употребляет, исходя из того, что он вкладывает в эти слова. Например, ключевые слова в этой главе будут оправдание, вера, благодать. И здесь они обретают совершенно другое звучание, и нам нужно к этому привыкнуть. Прежде всего, апостол Павел возвещает Евангелие. И в чем же состоит его благая весть, его победная весть? В том, что Христос воскрес. И он именно это хочет донести до своего читателя, потому что, когда мы имеем веру в воскресение Христа, то очень многие узлы в нашей жизни и в наших мыслях вдруг развязываются, все становится на свои места. Чего нам чаще всего не хватает в жизни, это именно веры. Веры в воскресение. Апостол Павел возвещает то, чему он был свидетель, потому что воскресший Христос явился ему на пути в Дамаск. И для него воскресение – это не просто какая-то абстрактная истина, не просто какой-то даже исторический факт, это событие его жизни. Воскресший Христос вошел в его жизнь, и это изменило все, изменило навсегда. Для него начинается новая жизнь, это как новое рождение. Поэтому вера – это означает принять это Евангелие, и это означает воскреснуть. И поэтому очень важно, весть о воскресении – это весть, которая всегда нова. Единственная абсолютная новость, которая нас встречает в этой жизни, это воскресший Христос. Она предстает всегда в новой истине, в новой глубине, в новой красоте. Более того, это Евангелие творит новую реальность. И другой важный штрих, апостол Павел все время апеллирует к Писаниям Ветхого Завета, потому что все Писание говорит о Христе, и его Евангелие, то воскресение, о котором он проповедует, о котором он свидетельствует, это то воскресение, о котором свидетельствует Писание. Все совершилось по Писанию. И как первый эталон человека веры для апостола Павла, как для иудея, это, конечно, Авраам. Авраам – совершенный образ, икона верующего человека. Именно с имени Авраама начинается 4 глава. Но очень важно то, что будет сказано в самом конце. Когда мы говорим устно, то самое главное очень часто мы говорим именно в конце, потому что если ты главное сказал в начале, то не имеет смысла продолжать. Точно так же здесь, в самом конце послания, апостол Павел как будто раскрывает карты. Он говорит, что об Аврааме он заговорил не потому, что Авраам праведный, и не потому, что он достоин того, чтобы о нем говорили, не ради него, не ради Авраама, но ради кого? Ради нас. Ради читателей апостола Павла. Написано не ради него, но ради нас. И в конце нам нужно обязательно понять, что же хотел донести нас, до нас апостол Павел через образ Авраам. «Тогда что скажем мы об Аврааме, нашем праотце по плоти, чего достиг он?» Ответ. Если Авраам оправдан делами, то он может хвалиться, но не перед Богом. Здесь мы слышим целый хор голосов, потому что действительно человек, который исполняет предписание закона, который праведен, творит добро в глазах Бога,
то он может хвалиться этим, он может сказать, какой я молодец. Да, человек может хвалиться, но только не перед Богом. Перед людьми, да, и это будет тщеславие. Но перед Богом человеку абсурдно хвалиться, потому что человек всецело зависит от Бога. Ибо что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и это зачтено ему как праведность». Авраам поверил Богу, сказал «Аминь» на то приглашение, которое Бог делает Аврааму. Авраам соглашается отправиться в путь и заключить завет с Богом, и именно это доверие, эта вера, и ему вменяется в праведность. И дальше апостол Павел говорит, «Тому, кто трудится, насчитывается зарплата не из милости, но как должное, а тому, кто не трудится, но верит, тому, как праведность зачитывается его вера в того, кто оправдывает нечестивого». Здесь, конечно, несколько мыслей, которые заслуживают отдельного разговора. Во-первых, если человек исполняет заповеди, если человек трудится, он вступает с Богом в отношения как наемник и работодатель. И если работодатель платит зарплату, то это совсем не подарок, это не милость, это не дар с его стороны, это должное. Работодатель лишь расплачивается за выполненный труд. И это никакая не милость, но это должное. И здесь апостол Павел затрагивает очень важную тему, которую мы затрагиваем в молитве «Отче наш». «И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим». В действительности долг – это не то, что можно выкупить самому, не то, что можно оплатить, и он снимается. Долг – это то, что может простить, отпустить, списать кто-то другой, кому ты должен. Это очень важная мысль о том, что долг – это не там, где мы сами себя выкупаем, рассчитываемся, потому что с Богом так не работает. И в следующей фразе возникает очень странная мысль. Вера в того, кто оправдывает нечестивого. И вы легко можете себе представить, какое смущение вызывает такое Евангелие, такая весть о Боге, который оправдывает нечестивого. Это может вызвать возмущение у тех людей, которые честно трудятся, исполняют заповеди, исполняют все предписания, ритуалы. И как же Бог оправдывает нечестивого, и можно спастись только лишь потому, что ты веришь в такого Бога, который в действительности и несправедлив. И здесь возникает вопрос о справедливости или несправедливости Бога перед лицом согрешившего человека. И дальше следует цитата из Псалма, который читается при совершении таинства крещения, потому что в таинстве крещения нам как раз и прощаются все долги, нам списываются все, чем мы согрешили, все, в чем мы были виноваты, что мы не совершили в своей жизни, все нам прощается. И поэтому Давид говорит о блаженстве человека, которому Бог засчитывает праведность независимо от дел. То есть, кого Бог считает праведником, снимает всякую вину, кто из зала суда выходит оправданным, потому что Бог его оправдал. И блаженство этого человека, его радость, его веселье совершенно понятно. Блаженны, чьи беззакония прощены, чьи грехи покрыты. Блажен человек, кому Господь не вменит греха, кого Бог ни в чем не станет обвинять. И здесь возникает вопрос, но это блаженство, оно лишь для обрезанных или также для необрезанных? То есть Бог оправдает и спасет только своих, тех, кто заключил с ним завет, кто исполнял предписание закона, потому что обрезание в данном случае – это исполнение закона, дела закона, или тоже язычников, которые, как работники последнего часа, не трудились. Ответ. Мы ведь уже сказали, что Аврааму вера вменилась в праведность, вера была зачтена как праведность. Если собеседник не слышит, то апостол Павел сам задает вопрос. Но когда зачтена? Когда он уже был обрезан или еще не обрезан? И ответ. Когда он не был еще обрезан.
И действительно, обрезание – это лишь знак завета, внешний знак, как внешняя печать. Слово «печать» тоже будет ключевым в богословии крещения, потому что в таинстве крещения мы получаем печать Святого Духа. Печать как клеймо, как некий знак, который прочитывается, потому что он запечатлен на сердце или на теле человека. И поэтому обрезание в данном случае – это печать, внешний знак той праведности, которая была до обрезания. В действительности Авраам сначала поверил, а потом принял обрезание. Поэтому когда зачтена? Конечно, еще тогда, когда он не был обрезан. Поэтому вопрос, сами догадайтесь, обрезанных и необрезанных Господь спасает всех? Да. Так он стал отцом всех необрезанных верующих, чтобы им тоже была зачтена праведность. Стал он и отцом обрезанных, но не просто обрезанных, а идущих по следам веры отца нашего Авраама до его обрезания. Вот здесь замечательный вопрос, который уже апостол Павел затрагивал в предыдущих главах, где он говорит об обрезании сердца. Потому что есть какой-то внешний знак, внешний ритуал, но Бог смотрит в глубину, Он смотрит в сердца людей, поэтому для Него важна та вера, которая предшествует или которая стоит по ту сторону внешнего знака. Иначе все внешнее может легко остаться просто лицемерием и каким-то внешним легализмом. Дальше развивается тема отцовства Авраама. Авраам – удивительный отец. Он не просто архетип веры, человек, который является отцом всех верующих, но он еще и отец. Это единственный человек, когда мы говорим «сын Авраама» и «сын Божий», в действительности будет одним и тем же, потому что Авраам праведен по своей вере, и его потомство, которое произойдет через Исаака, его возлюбленного, его единородного сына, и будет сообществом спасенных. Его отцовство самое удивительное. И здесь нужно понять, возникает образ Исаака. И мы привыкли к тому, что жертвоприношение Исаака является прообразом жертвы Христа и прообразом воскресения, потому что точно так же, как в случае Исаака смерть прошла стороной, точно так же и Сын Божий воскреснет, тление не коснется его плоти. Поэтому Исаак, с одной стороны, это тот, кто умер и воскрес. И поэтому в чем состояла вера Авраама? И нам покажется это очень странным. В действительности Авраам верит в воскресение Христа. Конечно, мне скажут, что это анахронизм. Еще не было фарисеев и не было в иудаизме даже такого слова «воскресение». Но было нечто другое, что нас подводит к этой вере. В действительности Авраам верил в воскресение на свой манер. Что же это означает? Для него означает, что Бог – это Бог живых, а значит, Бог воскресших. Это Бог, который смывает грех грешников. Это Бог, который способен воскресить умерших. И как это исполнилось в жизни самого Авраама? Ему было 100 лет, когда родился Исаак, и его утроба уже иссохла. Он был мертв, и вот он стал живым, он воскрес. И жизнь, которая была подарена Исааку, это не просто биологическая жизнь, потому что Исаак — это не просто биологический сын Авраама, сын по плоти, это сын божественного обетования, это сын обетования. Это тот единородный, слово, которое евангелист Иоанн употребляет к Иисусу Христу, и апостол Павел тоже. Он и есть тот самый единородный, через которого благословятся все племена земли. Он единственный сын, от которого произойдет многочисленное потомство. И поэтому это тот самый единородный сын, в котором все рассеянные сыны Божии обретут единство, станут единым целым. Таким образом, уже здесь затрагивается эта тема отцовства Авраама, которая станет мессианским отцовством и той жизни, которая не исчерпывается просто биологической жизнью, но есть обетование какой-то божественной жизни, есть исполнение обещаний и есть знак благословения. И поэтому она является бесконечной и подлинной жизнью. Если же
наследники, те, кто живет законом, то и вера бессмысленна, а обещание недействительно. Что же касается закона, то он приносит гнев, а где нет закона, нет и преступления. Видите, все время образ закона двоится. С одной стороны, закон – это дар, и он нас приглашает к вере, потому что в законе говорится об Иисусе Христе, но с другой стороны, закон приносит гнев. Закон становится причиной того, что изливается чаша гнева, Божьего гнева на человека. Потому что если нет закона, то там нет и преступления. Если нет уголовного кодекса, то и суда не будет, потому что грех не квалифицирован. Единственное, что закон способен совершить, это он квалифицирует грех, он обнаруживает грех, и мы понимаем, что преступление – это и есть преступление. Вот почему верою, чтобы было по благодати. Так обещание будет твердым для всех потомков, не только для живущих законом, но и для живущих верою Авраама, который всем нам отец. Как написано, отцом многих народов я поставил тебя. Фактически я помазал тебя. Он нам отец перед Богом, которому поверил, который творит живых из мертвых и вызывает к бытию несуществующее. Вот кредо Авраама. Для него Бог – это Бог живых, это Бог, который воскрешает умерших, потому что сам Авраам, когда он был бесплоден, для его сознания он был мертв, он был живой труп, потому что у него нет наследников и нет сына. Именно в этой ситуации его и настигает Бог, и Бог открывает себя как тот, кто способен вернуть к жизни то, что было мертвым. Поэтому здесь и сказано «Бог, который творит живыми мертвых, воскрешает умерших и вызывает к бытию несуществующие». Это замечательный образ, который нас возвращает к тому, как следует понимать историю сотворения мира. Бог не просто лепит нечто из небытия, из ниоткуда. Нет, Он призывает, Он зовет к бытию, тем самым приводит из небытия к бытию. Несущее Он зовет, и оно начинает быть. Поэтому сотворение мира апостол Павел читает именно как какую-то симфонию воскресения, потому что в действительности «да будет свет», как толкует Тертуллиан, «и сказал Бог, да будет свет, и явился воскресший Христос». История сотворения мира – это преамбула, прелюдия к окончательному воскресению Иисуса Христа. Именно в этом свете уже нужно читать историю самого начала. Бог, который живых творит из мертвых, и тот, который из небытия призывает к бытию. Надеясь вопреки надежде, Авраам надеется по ту сторону всякой надежды. Потрясающий образ, к чему нас и приглашает апостол Павел. Авраам надеется по ту сторону всякой надежды. Авраам поверил и потому стал отцом многих народов. Как сказано, такое будет у тебя потомство. Если бы Авраам не имел этой надежды и настаивал на своем, мне очень много лет, моя жена тоже в преклонном возрасте, у нас не может быть детей, и поэтому оставь меня в покое, нет, то на этом бы история закончилась. Но поскольку Авраам ответил Богу «да», он стал отцом множества народов. И вера его не ослабела, хотя он видел, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и омертвело утробы Сары. Он не усомнился в обещании Бога, не впал в неверие, но укрепился в вере и Богу воздал славу, убежденный, что обещающий в силах и сотворить обещанное. Вот это и зачтено ему в праведность, вот что ему было вменено как праведность. И здесь мы видим слово «омертвело». В действительности в греческом тексте употребляется слово «некроз». Столетнее тело человека, что вы хотите, столетняя материнская утроба, разве она может родить? Она остается бесплодной, и уже как будто история закончилась. Но если ты не усомнился в обещании Бога и не впадаешь в неверие, а наоборот, с какой-то силой принимаешь все это в вере и возносишь славу Богу,
Потому что, ты знаешь, если Бог говорит, то Он это исполняет. Само слово Бога творит новую реальность. Это творит новый мир, и это вменяется ему в праведность. Вот чем Авраам оправдан перед Богом, вот в чем он праведен. Но не только к нему относятся слова Писания, что зачтено ему, но и к нам. Очень важно читать всегда Писание, понимая, что речь идет не только о праведниках прошлых времен или о великих святых, угодниках Божьих, но прежде всего это написано для нас и имеет какое-то прямое отношение к нам. Нам тоже зачтется вера в того, кто воздвиг из мертвых Иисуса, Господа нашего. И здесь апостол Павел открывает все карты. Вера в Бога Отца, который воскресил из мертвых своего Сына, нашего Господа Иисуса, который был предан на смерть преступлений наших ради и воздвигнуть к жизни оправдание нашего ради. Эти последние слова апостола Павла в действительности не имеют никакого отношения к тому, о чем он говорил на протяжении всей главы. Это лишь, опять же, трамплин к тому, о чем он будет говорить в следующих главах, о какой-то головокружительной, невместимой, невероятной вести о воскресении и о том, что верить — это означает воскреснуть, к чему он всячески подводит и приглашает своих читателей, своих духовных чад. На портале «Экзегет.ру» с вами был протоиерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга.